Все. Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас на обзоре беспроводное зарядное устройство Samsung с Алиэкспресса. Пришла посылочка, сейчас мы распечатаем, посмотрим, что она из себя представляет. Дошла она где-то в районе месяца полтора-два, даже открывал спор. Но спустя небольшое количество времени после спора посылочка все-таки дошла. Заказывал ее перед Новым годом, поэтому, наверное, так долго. Сейчас распечатаем, посмотрим. Такая вот коробочка. Написано Samsung. Я бы даже сказал оригинал. Ну, не знаю, как отличить оригинал от неоригинала. Внешне выглядит как настоящая чина. Всякая рекламка. Буклетик на китайском. Нет, на английском языке. Посмотрим дальше. Вот само устройство. Быстрая зарядка написана. Samsung. Made in Vietnam. Качество хорошее, я бы даже сказал оригинал. Что у нас еще есть? О, еще у нас кабель. Кабеля в комплекте не должно быть, это скорее всего, наверное, подарочек, потому что везде пишут, что она идет без кабеля. Ничего, приятный бонус. Давайте проверим зарядную. Замигал огонек. Попробуем поставить телефон на него. Телефоном ничего не происходит. Зарядка не идет. Видимо, сам телефон не поддерживает беспроводную зарядку. Ну что ж, в следующем видео я закажу модуль для зарядки. Под крышку, которая укладывается, и покажу, как заряжает он. Все, всего доброго, ставим лайки. Кому понравилось, кому не понравилось, не ставим ничего. Подписываемся. До свидания.